Новый проект нашей телекомпании называется «Тартария Магна». Он появился на свет благодаря ведущему, заведующему кафедрой истории Бурятии БГУ Николаю Церемпилову, а также сотрудничеству нашего канала с интернет-журналом АРД. Мы рады представить наш новый проект, который называется «Тартария Магна». Мы делаем его совместно с интернет-порталом «Азия Раша Дели». И тематика передач – все, что касается Азии, от истории и этнографии до экономики и политики. Проект адресован всем, кто интересуется прошлым и настоящим народов, населяющих огромную территорию от Каспийского моря и Уральских гор до Тихого океана. Почему «Тартария Магна», почему именно это латинское географическое название – взято нами в качестве названия для телепередачи. В общем, у этого слова очень длинная история. И еще в раннем средневековье европейские географы и историки, пытаясь определить огромные, неведомые, даже пугающие их территории в центре Евразии, использовали это слово «Тартария Магна», «Великая Тартария», тем самым пытаясь передать величие и загадочность этой земли. Гости программы – известные ученые, исследователи, историки, биологи, генетики, экономисты и политологи – обсуждают с ведущим прошлое, настоящее и будущее этой огромной территории и народов, населяющих ее. Программа будет выходить в эфир раз в две недели, по четвергам в 19:30 с повторами в выходные. Первый выпуск смотрите уже сегодня, сразу после новостей.